хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату, здоровому и духовно и физическом отношении, здоровому в духовном и физическом отношении человеку, на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Высказывание Борреля – это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности российских неоколониальных подходов в евроатлантической элите. В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница истории перевернута.